Традиции празднования Татьяниного дня уходят в далекое прошлое. Но, несмотря на это, дух веселья и молодости всегда выделяют его в череде многих праздников. Как славянские студенты провели 25 января 2017 года, расскажем в следующем материале выпуска. С божественной литургии началось утро 25 января в Славянском филиале Кубанского государственного университета. Эта традиция родилась после того, как 1 сентября 2011 года на базе высшего учебного заведения был открыт храм в честь святых равноапостольных Мефодия и Кирилла. Атмосфера нашего филиала, она на самом деле очень душевная, она домашняя. Я хочу, чтобы вот то, что в ваших сердцах зародилось сегодня, вы пронесли с собой через всю жизнь, сохранили это, сохранили знания и приумножили их многократно на протяжении всей своей жизни. Студентов в день памяти святой мученицы Татьяны, покровительницы российского студенчества, пришел поздравить настоятель Свято-Георгиевского храма Станицы Петровской иерей Максим. По традиции, православной традиции, молодежь в этот день начинала свои праздники, как вы думаете, с чего? С молитвы, с храма Божьего. С храма Божьего. Шли в храм Божий, молились, а потом было веселье. Студенчество – это незабываемые годы, наполненные новыми знаниями и высокими достижениями. Веселые игры и конкурсы ожидали в этот день и студентов Славянского электротехнологического техникума. Для них был подготовлен студенческий квест «Игра по станциям». Ребятам предстояло проявить как свои творческие, так и интеллектуальные способности, проходя станции под названием «Музыкальный сюрприз», «Находчивый студент», «Умники и умницы». В вечерней же развлекательной программе для студенческой молодежи были подготовлены традиционная дискотека и турнир по боулингу. Вот так по-разному, но по-студенчески активно и весело прошло 25 января в Славянске на Кубани. Надежда Калинина, Георгий Калинин, программа «События».